Кружочки-пирожочки, товарищ маманя снова с вами. Ну, теперь тут тема мне близкая, как любой, наверное, девочке. Это две таких маленьких пластиковых косметички. Выглядят они, конечно, трешовенько. Вот, ну, давайте посмотрим. Мне кажется, я очень добрая и, наверное, не буду сильно ругаться, хотя вот такая вот упаковка. В комментариях товарищ Папаня подскажет, откуда вот это он взял, поскольку я не знаю, но вот прям грустненько смотреть на это. Итак, какой-то невнятный скотчик. Его мы убрали, пусть нам кадр не портит. Так, здесь у нас это, судя по всему, тени. Вот такой вот двойной аппликатор обычно используется для теней. Сейчас мы его как-нибудь достанем. Итак, у нас в нашем наборе представлены 5 цветов. Вот такой вот ярко-красный с блестками, серебряный, голубой, розовый и золотистый. Давайте посмотрим, собственно, все ли это стоит использовать на глазках деток. Не уверена, но надеюсь, что все безопасно. Итак, красный. Поехали. Давайте. Красный. Ну вот. Так вот. В итоге цвет прозрачный, просто у вас будут такие не очень, кстати, яркие блесточки. Где-нибудь. На самом деле можно это использовать не обязательно даже на глазах, а можно на теле для украшения, можно щечки. Ну, в принципе, для любого новогоднего или какого-нибудь другого праздничного макияжа. Так, синий. Синий. Красиво. Красиво. Вот, ну... А, слушайте, я поняла. Здесь, видимо, какое-то масло. Может быть, крем. Даже не знаю, какая такая вазелиновая консистенция. И просто добавлены блестки. Поэтому это ложится таким аккуратным слоем. Так, давайте розовый попробуем. Поменяем немножко аппликатор. Так. Ну, в общем, все то же самое, только с розовым цветом. Поэтому это может быть и губной, наверное, помадой. Только возьмите другой аппликатор, чтобы не мешать цвета. Бабам. Технический сбой. Вон, смотрите, у меня камера упала в крем. Сейчас сделаем вторым все-таки дублем. Дубль номер 2. Одним не получилось. Ну, в общем, вот давайте вот золотой вам сейчас еще показываю. Золотой. Вот. Ой, золотой, кстати, самый получается плотный цвет. Самый плотный. Блестки. Либо я уже так от души его подхватила. Хотя нет, взяла точно так же. Просто золотого цвета здесь больше. Ну, качество вот это вот оформление полный трешачок. Вон, смотрите, какая тут... Вот, да, вот об этом и речь. Здесь какая-то пластиковая абсолютно непонятная штука. Мы ее ставим сейчас обратно. Сейчас. Вставляем. Плохо она туда залезает. Так. Так. Закрываем, наверное, как-нибудь. Ну, в общем, ладно. Что-то как-то туда плохо. Опа. Встаю, давай. Залезаю. Ну, вот. Ну, вот, все, получилось. Значит, обратно аппликатор. Вот такая вот... Вот такая декоративная косметика. Я бы ее так назвала. Но вот если по руке провести, то оно все размазывается. Ну, немножко остается. Или... Сейчас, раз... Но практически ничего нету, практически смоется легко. Так, пойду-ка я помою свои ручки. Третий дубль. И надеюсь, больше я не буду делать дополнительных дублей и запишу вам все до конца. Так, а что же вот это? Ну, смотрите, опять волшебная упаковка с скотчиком. Сейчас мы ее как-нибудь подцепим, снимем. Сейчас. Давайте посмотрим. Ну, в общем, вот так. Ой. Так. Открываем. И, опа, аппликатор опять у нас вылетел. Здесь тоже все приклеено, убираем. Что здесь у нас? Ну, это опять тени.
Это опять тени. Это больше похоже, кстати, на тени, чем предыдущий наборчик. Ну, еле-еле красит, но, в принципе, для детей больше и не надо. И то я рекомендую такое только по праздникам, на утреннике. Ну вот, розовый, вот он, еле-еле заметный. Обзор какой-то а-ля Лена Крыгина, всеми нами уважаемая, на косметику. Так, желтый цвет, слушайте, ну, желтый прям прикольный. Но его тоже не видно. Вот прям, да нет, вам, наверное, все и не видно. На камере ничего не видно. Сейчас давайте добавим еще. Может быть, так-то будет лучше. Ну, вот, прям вот, теперь видно. Ну, в общем, 3-4 раза вжух-жух, и все видно. Так, давайте дальше. У нас остается розовый цвет и вот такой вот небесно-голубой. Розовый с блестками. Сейчас проверим. У меня уже не остается места. Давайте вот сюда. Или чувствую себя еще этим продавцом-консультантом в магазинах косметики. Нежный оттенок розового цвета придаст розовости вашим глазам. Вообще, на самом деле, не знаю, розовые глаза, мне кажется, сразу кажется, что человек не выспался, устал, плохо себя чувствует. Ну, розовый, в общем, не красит. Розовый не дает никакого абсолютно цвета. Давайте попробуем голубой. Голубой, можно вот прям здесь. Ну вот, голубой чуть-чуть виден. Итак, субъективное мнение мамы, что это какая-то фигня. Но для девочки, которая хочет посмотреть, как красится мама, посмотреть и попробовать краситься, как наверняка красится ее мама, поскольку оттенки еле-еле видно, в принципе, ну, можно покраситься. А исполнение и упаковка полная фигня. Я даже не уверена, что ребенок сможет это дальше сам как-то закрыть. Вот. Нет, ну вроде закрывается, но не факт, что это будет все держаться. Вот, поэтому обзор на косметику категории не люкс завершен. Спасибо за ваше внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, а может быть, у вас какие-то будут идеи, на что обзор снять именно мне. С наступающим Новым годом! Пока!